В школах города Рени отопление пока не работает. Занятия с утра начинаются при температуре 9-13 градусов по Цельсию. Ну, где-то 10, может, 11, вот так было. 10 было, Юля. Мы... Сейчас уже солнышко пригрело. Так, в кабинете первого класса Ренийской общеобразовательной школы номер 3 даже на третьем уроке, когда уже пригрело солнышко и дети надышали, температура воздуха не превышает 13 градусов. Чтобы малыши не посинели, учитель нашла выход из ситуации. Каждые 10 минут объявляются танцы. Ничего страшного, мы шум потерпим, главное, чтобы дети не замерзали. С подушечками зачем? Приносят подушечки под попу, приспеем, второй класс, вся начальная школа. На стульчике скажут. Нам надо протапливать ночью. По словам руководителя школы, в других кабинетах также холодно. Дети сидят на уроках в куртках, шапках и шарфах. Чуть лучше положение дел в Ренийской гимназии, где окна учебного корпуса выходят на восток, и в солнечный день классы нагреваются до 16 градусов. Однако в других кабинетах и в учительской температура воздуха ниже. Аналогичная картина и в общеобразовательной школе номер 4. Утром учителя фиксируют на термометрах 13 градусов. В ходе уроков в солнечный день классы прогреваются до 16 градусов. По словам председателя Ренийского районного совета Олега Зуева, хуже всего положение дел в Котловинской школе, котельная которой на природном газе к отопительному сезону не готова, а котельная на пеллетах в процессе испытаний. Напомним, что на сессии Ренийского районного совета, которая состоялась 13 октября, депутаты заслушали отчет райгосадминистрации о подготовке бюджетных учреждений к осенне-зимнему периоду и признали эту работу недостаточной. Депутаты возмущались тем, что по состоянию на 13 октября в Ренийской центральной больнице отопления не было, и больные лежали в теплой одежде, шапках и под тремя одеялами. Депутаты пригрозили, что выразит недоверие председателю Ренийской райгосадминистрации Сергею Белюку. После того, как эта информация была обнародована в средствах массовой информации, отопление в больницах и детских садах города Рени начали включать. Однако в школах его до сих пор нет.